На Кипре продолжается победная серия ФК «Тосно». Накануне лесники переиграли своих спарринг-партнеров из Латвии – футбольный клуб «Елгава». Товарищеская встреча закончилась со счетом 2-1. Команда из Ленинградской области вышла вперед на 30-й минуте. Отличился Вагиз Галиулин. А спустя 12 минут за игру рукой в ворота латвийской команды был назначен 11-метровый. Пенальти реализовал Никач Хапелия. «Елгава» во втором тайме смогла отквитать один мяч. Уже 12 марта «Тосно» встретится с оренбургским «Газовиком» в рамках первенства футбольной национальной лиги. После первого круга наша команда занимает в турнире 13-ю строчку.